молодые, амбициозные, а главное, с чувством юмора. 21 команда веселых и находчивых школьников и студентов колледжей собралась в Московском финансово-юридическом университете, чтобы посоревноваться в остроумии. В ход пускают все свои таланты – музыкальные, танцевальные, артистические. Юные юмористы отмечают, перед выступлением всегда охватывает волнение, но есть особый секрет уверенности на сцене – взаимная поддержка. Поколение вперед! Нас всегда победа ждет! Поддерживают ребят и из зрительного зала, одноклассники, родители, учителя. Финал чемпионата КВН «Вернисаж профессий» представлен двумя конкурсами. Тема первого испытания – «Москва театральная». К выступлению команда готовится долго и тщательно. Ребята что-то пишут на дому, что-то пишут друг с другом. Мы собираемся, обсуждаем. Я им помогаю как более опытный просто человек, который тоже играет в КВН. И мы все вместе собираем выступление, и дальше его, собственно, ставим на ноги. Случай в роддоме. Вот он, твой братик, любимчик мой. Что, правда любимчик? Ну, конечно, он же теперь младшенький. Второй конкурс – фоторазминка. Самый сложный, утверждают сами игроки. Публику необходимо удивить экспромтом. Но недаром конкурс не только веселых, но и находчивых. Шутливые комментарии к представленным фотографиям участники команд придумывают моментально. Я думаю, что мы выступили очень хорошо, очень ярко и очень весело. Мы перед игрой очень волновались, особенно за фоторазминку, потому что там импровизация. Ну, мы не знали, какие там будут фотографии. Но когда нам поставили максимальный балл, мы очень были рады. Выступление конкурсантов профессиональное жюри оценивает строго, но справедливо. Смешно? Высокий балл. Не смешно, немножко ниже. Мне кажется, все элементарно. Я сегодня старался быть очень объективным и через дефис добрым. Вот поэтому, мне кажется, я ставил хорошую оценку. Крайне редко использовал оценку 4, больше 5. Игра сегодня удалась, на мой взгляд. Мы уже третий год сотрудничаем с городским методическим центром. Игра хорошая, я думаю, что деткам есть чему стремиться. Но, как я сегодня сказал, уже не хватает немножко некой такой остроты в КВН, которая всегда желаема. Поэтому я думаю, что к следующим играм, к финалу, те команды, которые прошли финал, они обязательно подтянутся. А финал уже не за горами. 20 февраля 7 команд сразятся за право стать чемпионом. Победители наградят путевкой на международный фестиваль детских команд юниор-лиги КВН. Финалисты отмечают, для последнего поединка уже готовят новые программы. Ура!